Всем привет! Добро пожаловать на мой канал на YouTube. В этом видео я расскажу вам о том, как приготовить легко и просто овощи с курочкой. Если вам интересна эта тема и вам нравятся рецепты, которые легко и без особых затрат можно приготовить после рабочего дня, то оставайтесь со мной и давайте готовить! Сегодня нам понадобятся шампиньоны, морковь, брокколи, сельдерей, специи, соусы, а также 2 куриных окорочка. Вы можете взять другие овощи или даже замороженную овощную смесь. В брокколи добавляю грибы, у меня они не крупные, поэтому ложу их целыми. Теперь нарезаем сельдерей и перекладываем его к остальным овощам. Морковь, в отличие от остальных овощей, готовится не быстро, поэтому ее важно нарезать достаточно тонко. Нам нравится морковь палочками, поэтому так и нарезаю. Отправляем ее к остальным овощам. Теперь время курицы. Чтобы было удобнее, разделяем окорочка порционно. Отдельно голень и бедро. Бедро я также делю на 2 части вдоль кости, а также снимаю кожу. Приступаем к маринованию. Для этого берем соевый соус, 4 столовые ложки, и заливаем его к овощам. Затем добавим 1 столовую ложку оливкового масла. Теперь специи. Вы можете использовать ваши любимые специи. Я же использую приправу для моркови по-корейски, не острую, и посыпаю ей. Также я добавлю лепестки красного сладкого перца, но этот шаг можно пропустить или заменить на свежий перец по сезону. А также хмель и сенель для особого аромата. Теперь все хорошенько перемешаем, чтобы специи равномерно распределились. Накрываем крышкой. Овощи можно готовить сразу или заготовить с вечера и оставить в холодильнике. В сотейник перекладываем овощи и время от времени помешивая тушим под крышкой до готовности курицы. Проверяем вилочкой мясо. Оно должно отходить от косточки.
Приятного аппетита! Надеюсь, вам понравилось, и вы уже поставили лайк этому видео и подписались на мой канал. Ну а я буду с вами прощаться. До скорых встреч в новых видео!